Слушаю. Алло, да, оборвался, что там у меня звонок. В машине едем просто. А, это Исмаил звонит, я насчет документов. Это Данил Валерьевич, что я попал? По каким документам? Я сейчас в обыске теме нахожусь. Я звоню вот насчет квартиры. 63 квартира. Где-то к 5 либо к 6 вечера подъеду. Нормально будет время? Да, конечно, подъезжайте. Можете прям... Подскажите, сумма задатка какая нужна будет? 100 миллионов. Сколько? 100 миллионов. Пойдет такая сумма? Данил, зачем такие глупости говорите? А зачем так говоришь? Слушай, дорогой. За 100 миллионов мне вот этот дом надо будет сегодня купить? Братан, 100 миллионов, слушай, это совсем дешево. Слышите, мне не братан, ты где находишься сейчас? Как не братан? А кто ты мне, братишка? Ты где находишься, слышишь? Где ты находишься? Ты что? Вот сейчас где ты находишься? Там нахожусь, ты давай приедь, давай, братан. Дома находишься? Конечно, ну, дома, Исмаил. Давай, там, давай. Исмаил, братка, давай. Сейчас увидимся, давай. Документы, братишка. И, брат, и чё трубку бросаешь? Я сейчас маме твоей наберу, маме и отцу наберу, сейчас обязательно, я с ними поговорю. Обязательно набери, братишка. А зачем? Да, сегодня вот Валерий Анатольевич, они сегодня будут плакать из-за тебя, и, понял и ты меня? И почему они будут плакать, братишка? Это ты сегодня узнаешь. И, а что? Не звони а что сюда и, больше, и, да? Братишка, подожди, не что я сделал? Больше. Я не просто буду сюда звонить, я еще чат-бот сюда направлю. Эй, братишка, ты что? Что сделаешь-то? Не, братишка, ты зачем так говоришь? А почему должны все что плакать? Что ты сказал сделаешь? Не, братишка, Исмаил, слушай, почему все должны плакать? Ты скажи мне, братишка, по-братски. Что я узнаешь? Не, братишка, а что слышишь? Братишка, Исмаил, вот ты второй раз бросил трубку, ведь ты же первый позвонил. И почему ты перестал, отказался со мной разговаривать, Исмаил? Братишка, и братишка, я же еще раз говорю тебе, не надо так делать. Вот. Это раз. Во-вторых, я уверен, что через много людей это видео все-таки дойдет до тебя. Я хочу, чтобы люди, вы все, распространили это видео. Вот, чтобы до Исмаила дошло это. Вот. И что так делать нельзя. Угрожать пожилым людям, но это последнее дело, это вообще не мужской поступок. Так поступает кто? Не мужчина. Исмаил, давай, завязывай с этими делами. Ты же знаешь прекрасно, что потом придется отвечать перед Всевышним. Вот, твои поступки, они не есть хорошие. И то, что ты говоришь и как ты говоришь, это не есть хорошо. Давай, Исмаил, всего тебе хорошего. Желаю тебе здоровья, твоим близким тоже. До новых встреч. А надеюсь, мы не встретимся, потому что мне такие люди по жизни не нужны, как ты. Все хорошо. Передайте по максимуму, зарепостите это видео. Вот, оставьте комментарий, чтобы это видео выбралось в топы. Чтобы до Исмаила, либо до его близких, до его родственников, друзей дошло это видео. Может, кто по голосу узнает Исмаила. Вот, надеюсь, будет порицание со стороны старших его. Вот, что так делать нельзя. Все. Всем добра, бобра и до новых встреч.